Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые телезрители. Мы находимся в центре Сан-Гейтс. Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра. Рядом со мной Джозеф Розенберг, финансист, экономист, человек, который создает, само собой, хороший человек, и человек, который создает бюджет семьи, что на самом деле очень и очень важно в Соединенных Штатах. А на самом деле мы тут занимаемся, так сказать, с Джозефом. Бюджет, он везде существует. Правильно. И мы сейчас как бы своего рода ликвидация ликбезом, ликвидация безграмотности в отношении финансов, в отношении бюджета, потому что, дорогие друзья, неважно, где вы живете, на какой территории, но особенно вот здесь, в Соединенных Штатах, очень и очень и очень многие люди, они просто не знают, о чем идет речь, и в этом отношении практически безграмотны. И вот мы в прошлый раз говорили, мы начали эти уже беседы, это у нас уже, по-моему, четвертая беседа, и мы говорили о кредитных карточках, так, открытии кредитных карточках, о кредитной, так называемой, credit score, кредитной оценке. Ну, а сейчас мы поговорим о таком персонаже, который называется по-английски intelligent customer. На самом деле intelligent... Многие переводят как интеллигентный. Нет, это не интеллигентный, это не вот как я в очках и с книжкой в руках, а intelligent означает умный, сообразительный и такой грамотный, мудрый, да, который хорошо ориентируется. Вот важная такая вещь, как правильно ориентироваться в этом финансовом мире для того, чтобы, ну, не иметь проблем, будем так говорить, правильно? Да, да. Ну, во-первых, здравствуйте. Я так ждал, думал, так до конца передачи мне Миша не даст с вами поздороваться. Здравствуйте, это главное. Значит, когда мы говорим об intelligent customer, речь идет прежде всего о человеке, который знает правила той среды, в которой он находится. Кстати говоря, я не очень согласен с Мишиным утверждением, что в Америке сложно. В Америке как раз наоборот очень просто, потому что человек может ничего не знать, но традиционно его жизнь заставит купить одну страховку, вторую, третью, пятую, десятую, двадцатую, просто традиционно, потому что Вася купил, потому что там в ресторане сказали мне, что у него там хорошее вот это, то есть... И в конечном счете получается так, что основа бюджета, то есть страхование, она у него заложена чисто традиционно. Это все это так, но когда я об этом говорил, я говорил о том, что можно потратить, опять же, какую-то определенную сумму, можно потратить значительно больше, можно потратить значительно меньше. Если мы говорим о кредитных карточках, то это то, чего, скажем, даже я, проживаю тут четверть века, и то как-то плаваю в этих вопросах. Ну, давай скажем так. Когда мы говорили, мы потом к кредитным карточкам еще вернемся. Просто тот вид, то направление, тот сектор потенциала кредитных карт, который я, ну, скажем, раскрываю для моих клиентов, для слушателей. Я уже лет 25 здесь печатаю статьи, выступаю на радио. Так что люди знакомы с моей точки зрения. Просто тот аспект, тот взгляд на кредитную карточку, он во многом отличается от того, что мы читаем. Вот про это как раз и идет речь. Ну, поэтому, так сказать, Миша, ты вполне грамотный человек, а то, что ты не смотрел на это с этой точки зрения, никто на эту карту не смотрит с этой точки зрения. Вот давайте смотреть на эту точку зрения. Да. Ну, давайте как сначала, правильно. Чем мы начнем смотреть? Мы должны сначала посмотреть, так сказать... картину сверху, увидеть в общем картину. Так вот, знаете, как говорят, назвался груздем, там, полезай в кузов, да? Меня все время дети спрашивают, в кузов какого автомобиля надо полезать? Какого? Да. Ну, если ты спросишь сейчас у взрослого населения, кто скажет, что кузовок – это, так сказать, лукошка? Давайте сделаем квалификацию. Да. Ну, так вот. И очень важно, что когда вы знаете правила, в которых вы существуете,
то вы уже на 50%, наверное, даже больше, можете гарантировать себе результат. И вот знание вот этих правил, каждый раз, когда вот мы ведем какие-то беседы, я говорю, какой вообще человек должен выполнять правило номер один? Правило номер один – знать правила. Вот если вы знаете правила, все остальное, вам уже не нужны советники, вам уже никто… Вы просто должны скрупулезно следовать этим правилам. Так вот, правило доступа к кредиту, что в Америке как раз, вот в этом смысле, может быть, Америка является уникальным местом, потому что у нас получить возможность профинансироваться, скажем, там, от 50 тысяч до 50 миллионов, пожалуйста. И в каждом секторе написаны правила, которым ты должен следовать. И если ты себя подготовишь к этому правилу, я смею уверить, что если вы постучите в эту дверь, вы уйдете оттуда с тем портфелем, который вы себе запланировали. Mm-hmm. Не надо далеко ходить. Просто вот есть такое понятие, значит, моргидж, или в мире это называется ипотека. Есть определенные требования, которые говорят, что если я им удовлетворяю, мне не надо даже бояться, что мне что-то не дадут. Это я буду выбирать банк, в который я пойду. Потому что я знаю, что мои кондиции этому соответствуют. Понимаешь? То есть человек должен еще разбираться, в какой конкретный банк ему надо идти? Банк как раз роли не играет. Речь идет о том, что на какую сумму я претендую. Минуточку. Претендовать можно на любую сумму. Все хотят получить больше, но не всегда банк дает. Ну, надо все делать, как говорится, reasonable, понимать, о чем речь идет. Я просто говорю, что, допустим, если вы идете для того, чтобы получить миллион, вы должны зарабатывать миллион. Если вы не зарабатываете миллион, нечего туда стучаться. Вам однозначно дадут ответ «нет». Может быть, но если я зарабатываю миллион, мне, может, и не надо идти туда получать еще миллион. Я его и так уже зарабатываю. Миша, 2 миллиона всегда лучше, чем один. Логично. Вот. Ну, я условно говорю. Хорошо. Это... Вопрос у меня такой, опять же, мы его уже освещали, просто давайте повторим. Как правило, если мы берем какую-то суду в банке, то мы должны... То нам ее надо отдать. Это самое главное. Но более того, нам надо ее отдать с процентами. Да. Причем с очень серьезными процентами. Зависит. Ну, нету такого, как было в Советском Союзе. Храните деньги в сберегательной кассе, получите 3%. 3% годовых. Здесь нету таких процентов годовых. Миша, есть. Ну, есть даже 0% годовых. О, давайте об этом поговорим. Ну, давайте скажем так. В конечном счете... Это у меня такой стандартный вопрос. Вот, Миша, если я вам даю кредит на миллион, угу, под 50% годовых, вы его возьмете? Нет. Ответ неправильный. Вот смотрите, при всех вас говорю, что Миша ошибся. Так. Потому что когда вы берете кредит, и вы его не тратите, вы не тратите эти проценты. Он у вас просто лежит готовенький, понимаете? Но если вы нашли дил, который вам принес 51%, вам выгодно использовать тот, что вы платите 50. Вот и все. Но давайте вернемся все-таки к тому, что, с чего я начал. Я начал с того, что в зависимости от того, на что вы претендуете, ну, допустим, вам может потребоваться страховка, вам может потребоваться какой-то пенсионный план, вам может потребоваться, опять же, моргидж, вам просто car insurance, страховка, вернее, лон на машину. В зависимости от этого, нет, именно лон. Вот. Есть правила, которые всем открыты, и они говорят о том, что для того, чтобы получить вот этот вид финансирования, вы должны чему-то соответствовать. Так вот, когда Миша сказал про такое слово intelligent customer, которое к интеллигентности никакого отношения не имеет, вот, речь шла именно о том, чтобы привести себя в такое состояние, что ваше ограничение к деньгам было ограничено только одним моментом. Кредитным. Образцом, нет-нет, ну скажем, тем пределом денег, с которых вы работаете. То есть, понимаете, если человек привык манипулировать средствами, скажем, которые требуют от него
платить 10 тысяч в месяц, то он, соответственно, должен зарабатывать, грубо говоря, там 20 тысяч в месяц. Если он хочет тратить 100 тысяч в месяц, значит, он в месяц должен зарабатывать где-то 150 тысяч и так далее. Но с точки зрения кредита, с точки зрения его запасов, с точки зрения его истории, эти требования для всех одинаковы. Mm-hmm. То есть мы будем различаться, но с другой стороны, это опять же вот здравый смысл. Человек, который работает, ну скажем, вот трак-драйвер, он водитель большегрузного автомобиля. Допустим, его бюджет находится в пределах 150 тысяч долларов. Естественно, он не будет покупать себе мэншн, какой-то замок под 50 и 20 миллионов долларов. Он купит его в пределах того, что он в состоянии оплачивать. Но это уже категория, которую мы не можем управлять. Но что мы можем управлять, что мы можем научить клиента, как сделать так, чтобы он был в состоянии оценить свои возможности, чтобы у него был хороший кредит, чтобы у него были запасы, и главное, он должен знать то поле, в котором он хочет получить финансирование. То поле имеется в виду, ну, в какой банк пойти? Сектор. Можно сказать, скажем так, для наших international customer, это зрителей, можно сказать, в какой банк. На самом деле больше в какой сектор этого банка. Потому что банки, которые осуществляют сервис, они, так сказать, по секторам работают. И один и тот же банк может предоставлять вам и карточку на 5 тысяч долларов, и предоставлять лон на миллион. Вот. Так как банк знает, какую сумму, допустим, вот я пришел в банк, и я хочу просить у него 50 тысяч суду. Банк смотрит на мою кредитную историю? Нет. Вот здесь как раз мы и говорим, что intelligent customer – это комбинация кондиций, как по-русски это кондиция? Условий. Условия состояния человека, чтобы они соответствовали тем требованиям. Ну, допустим, банк говорит, что я буду работать с человеком, у которого есть кредитная история больше 2 лет. Вот если у него нет больше 2 лет, он может принести миллиард, но его не профинансируют. Хочешь за кэш купить, покупай, но тебя не профинансируют. Понятно. Ну и кроме этого, кредитная оценка, кредит скор имеет значение. Значит, ну я просто поэтапно говорю. Допустим, они хотят видеть 2 года. Второе, они хотят видеть, что вы, ваш заработок, вы зарабатываете деньги тоже больше 2 лет. И поэтому, если у вас 1.5 года, с вами никто не будет разговаривать. Следующий момент, это то, что вы говорите по поводу кредитной истории. Да. Значит, они хотят видеть, что у вас определенный credit score, оценка вашего кредита, и история этого кредита не нарушает их требований. Допустим, я вам скажу такую вещь. Вы покупаете дом, и у вас когда-то было банкротство, и вам профинансируют дом на 500 000. Но процент будет больше? Нет, все, уже все. И вам либо дадут, либо не дадут. Угу. Вот. Но если вы придете за машиной, которую надо профинансировать там на 15 тысяч, а у вас это банкротство зафиксировано в кредит-бюро, которое называется TransUnion, вам не дадут профинансировать эту машину. Почему? У них правило. Если вы имели банкротство, которое зарегистрировано в TransUnion, они не хотят с вами иметь дело вообще. Да. Та же самая ситуация. Давайте поясним. TransUnion и есть еще 2 Просто есть это... 3 бюро. Неважно. Кредитное как. Бюро. ABC. Вот в одно из бюро является головным для банков, которые финансируют машины. И вот если в этом бюро вы имели вот такую бяку в истории, они не хотят с вами иметь дело. Понятно. И я вам приведу еще больше пример. Допустим, вы можете прийти в банк и получить моргидж после банкротства. Ипотечную суду. Ипотечную суду. Вот. Но этот же банк не даст вам кредитную линию после банкротства. Моргидж даст, а кредитную линию не даст. Это их собственные требования. Понятно.
Понятно. Поэтому вот цель нашей передачи, которую мы сейчас, как говорится, завершаем, очень простая. В принципе, ее можно было бы выразить в одной фразе. Мы должны знать правила, по которым функционирует, скажем, вот этот элемент финансового маркета, чтобы мы могли понимать, мы можем туда пойти за деньгами или нам там делать нечего. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья. Вот эта часть, этот сегмент наших программ подошел к концу. Я хочу поблагодарить Джозеф Розенберг за очень интересную беседу, объяснение. Ну и мы продолжим буквально в следующей передаче, мы продолжим эту тему. Прекрасно, с удовольствием. У меня еще к вам такая просьба. Значит, нам было бы интересно знать... Обратную связь. Ну, иметь обратную связь, поэтому координаты нашей редакции у вас есть. Координаты поэтому... есть, вы увидите на экране после обработки. Эта программа записывается, она будет выложена в YouTube, Facebook, и вы ознакомитесь с этим. И, пожалуйста, мы будем очень рады, если вы к нам обратитесь, зададите вопросы Джозефу, мне. Мы с удовольствием вам ответим на все ваши вопросы. Больше того, у нас разложено, соответственно, еще расписание наших тем. Но если у вас возникнут вопросы, которые в эти темы не укладываются, мы с удовольствием вам это сделаем. Либо я, если вы дадите ваш адрес, имейл на тот вопрос, который вы зададите, я вам отвечу лично. Замечательно. Хорошо, спасибо большое, дорогие друзья. Не уходите, мы совсем скоро вернемся и продолжим тему нашей передачи, которая звучит так: «Финансы и бюджет семьи». Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч.